Слушай, продолжим, дорогие друзья. Давайте мы сделаем следующее сейчас. Вот этот шовчик немножечко, как бы он слишком широкий, на мой взгляд. Так, это будет S по Y, да? Вот так мы сожмем. А потом скажем ему E и S опять же. И утопим внизу. Вот так. Что мы будем видеть? Будем видеть нормальный, красивый шовчик. Вот такой. Отлично. Идем дальше. Знаете, я бы такой, что прежде чем сделать крылья и прочее, я бы сделал вентилятор. То есть винт. Давайте мы это сделаем, наверное. Или пойдем по порядку. Ну, вначале, дорогие друзья, я посоветовал вам и себе тоже сделать mirror. Я смотрю, там что-то оно не взялось, что ли? А, новый Grim Mirror. Мне сразу же возникают некоторые интересные вещи, которые мы с дури удалили, да? Это говорит о чем, ребята? Прежде чем это делать, нам необходимо это поделить напополам ровненько. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Отключаем. Так, следующим нашим действием должно стать вот здесь проведение вот. Так, почему не хотим? Это явный подлог. Давайте мы выделим опять сейчас что-нибудь. Потом L, Alt-M, дистанция. А, 22 вершины удалено. Ну, прекрасно. Это что нам нужно. Теперь идем сюда, говорим Ctrl-R. Получаем вот так. Все равно не до конца почему-то. Так, ладно. И вот здесь глубоко сейчас смотрим. И тоже говорим вот здесь уже Ctrl-R. Тоже получаем не до конца. Что-то с этими верхними полигонами не так. Ну да ладно. Где наша не пропадала? Нет, тут вроде она дошла. Но это же опять же это низ, а верх. Ну что, обман зрения, что ли, или что? Вот я же вижу, что тут оно, эти полигоны не тронуты. Так? Если я скажу сейчас Ctrl-R здесь, то оно никак не хочет дальше этого идти, да? Ладно. Хоть не надо. Возьмем К. Поставим здесь. Поставим здесь. Все. Ну, просто неприятно, что ну как же так? Вроде все правильно делали. Так. И тут тоже. Так. Это может из-за того, что вот тут я делал свои хитрые дела, да, перехитрил сам себя. Ну, бывает. Там сократил, здесь наделал делов. Хорошо. То есть вот так сейчас это есть. И надо посмотреть теперь, в каком еще сделать. А, ну вот тут еще нет, да? Как? Вот здесь. И вот сюда ее. И вот сюда ее. Вот теперь будут все. Все полигоны выделены, какие нам надо. И посмотрим сбоку. И убедимся, что здесь еще один должен быть. Но я надеюсь, что здесь-то она Ctrl-R. Да,
Тут она про Ctrl-L до конца. Вот так. Все. Теперь нам нужно сделать тоже такой же выкрутас, как вот тут. То есть такую щелочку сделать красивую. Мне нравятся такие закладочки, да? Так, сейчас. Я хочу вот так, 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 допустим, да? Так, ну теперь я попробую справиться без тренера, да? То есть я не смотрел, как он это делает. Но нажав И, я тяну это внутрь, да? Я так понимаю, что так должно быть. И Б сразу же. Зачем? Потому что вот здесь он сейчас не стал делать. Дальше мы поднимаем это дело. Давайте поднимем. Это будет у нас Е и поверху. Вот так. Поднимем, допустим, да? Видим, что у нас что-то есть, а что-то нет. Так, не так. Не так. Теперь мы еще раз должны с вами сделать И. Вот так, да? И уронить это вниз. Да, GZ. Вниз уронили. Вот так. Так. С Y немножко сжали. Вот так, да? Теперь наверх, а это уже Е. Это уже Е. И все вроде бы как ничего. Но вот тут у нас, мне кажется, образовалось. Сейчас давайте насквозь посмотрим. Нет, ничего не образовалось. Но тем не менее выглядит некрасиво. Почему? Вот. Еще раз пробую. Уже при свете дня. Так. И. Вот так. Хотя тут... Секундочку, секундочку. Мы уже это сделали. Да? Так. Теперь мы убираем это вниз. Это будет Е и по Z. Вот так. Убрали вниз. Чудно. Далее. Видим, никаких полигонов не делается. Так, теперь вот Е. Теперь вот сжимаем. Вот так, ну немножко. Вот так, ну чтобы шов остался. Так, и поднимаем теперь Е наверх. Вровень с этой штукой. Так, казалось бы, тут все нормально. Никаких этих нет отклонений. Все сверху, снизу посмотри. Но глянем сейчас. Ну да, вроде бы как. Но вот тут есть какой-то сгиб небольшой. Как от этого можно избавиться? Я думаю, что вот это мешает. Вот это тут ни при чем вообще. Ни с какой стороны вот этот вот. Вот этот и вот этот. И вот этот. И вот этот. Нет, вот этот. Сейчас сначала этот уберем. Здесь. Так, теперь вот этот уберем. Поближе, поближе, поближе. Так. Вот этот. А теперь вот этот. Почему он не хочет? Его не видно, что ли? Видно. Мы тебя увидим. Так. И вот тут, мне кажется, если он еще есть, давайте проверим. Да, вот тут еще какой-то бякинский. Теперь не должно быть ничего. Тут все чисто. Ну, все чисто, все хорошо. Так, мы сделали с вами еще одну. Единственное, что
посмотреть, может быть, если вот потянуть вот эти ребра, здесь будет покруглее. Я просто проверю, ребят, давайте я просто проверю. Так, Б, вот эти выберу. И еще раз Б, вот эти выберу. Насквозь, конечно, нам надо. Видите, он не все выбрал. Так. И вот еще раз Б. И вот так. Ну. Ребята, я так не играю. Б. Вот. И теперь смотрим без вот этого. И попробуем... Сдвинуть, да? Где у нас тут говорили, что Edge Slide? Давайте. А, да, работает. Смотрите, мы можем вот так сделать, можем сделать покруглее. Ха-ха-ха. Но немножечко, возможно, паротейшн сделать. Знаете, я очень доволен тем, что у нас получилось. У нас получилась просто красивая, чудная штука. Да? Да. Ну и последнее, что нам надо сделать, это вот поработать с этим. То есть я просто возьму сейчас спереди вид. Вот так. Возьму Edge. E. И чуть потяну внутрь. Все. Готово. Так. Здесь то же самое. E. Вот она уже почти ее нет. Так, даже не так сделаем. Возьмем сейчас E, дальше S. Ну и все. Пока у нас так готово, на этом мы закончим. И, возможно, сделаем, может, сегодня еще один. Ну, то есть мне надо сделать здесь теперь отверстие для пилота. Обязательно.